Как же нежностью твоей яза я дорожу, я слов, чтобы это передать, не нахожу. Как же нежностью твоей яза я дорожу, лишь чувствами я это выразить могу. Зайка, сильно очень я тебя люблю, от тебя я Масю маленькую жду. Ее, как и тебя, очень сильно я люблю, и все сильней ее я дня явления жду. Масю нашу теперь Анечкой зовут, милость Божья она означает. Масю нашу теперь Анечкой зовут, она любит, когда Гиту ей читают. Она, когда читаю Гиту, ей я вслух, еще в моем чреве долго пребывая, информацию воспринимает всю на слух, Кришна познает, еще только развиваясь. Анна будет Кришну сильно любить, потом не посмеет она его оскорбить, а будет предана она ему служить, стараясь как нужно джапу повторить. Я научу ее хорошо к четкам относиться, к книгам Кришны также относиться. Готовить просад я дочку Анну научу, ее носить я сари в храме также научу. Будет доченька разумной у меня, тогда души в ней не буду чаять я. Научу я Анну просад Кришне предлагать, наступит время, прежде чем его вкушать. Пир принимая, будет Анна Кришну познавать, сознание Кришны она в себе будет развивать. Поклоны предлагая, будет она Бога познавать, ему служение выполняя, будет возрастать. Анна будет божествам почтение выражать, каждый обряд в храме Кришны выполнять, с преданными уметь общение поддержать, свое служение Кришне будет выполнять.